Куда он, блядь, пойдет? Кто танчит будет? Ладно. Сейчас покажу, блядь, нормального. Вы вообще дилетанты, блядь. Если бы я был в протоваре, тут вообще пиздец было бы, блядь. Вы просто пинс разлетался, нахуй. Это понятно. Ну, зайди, залужу. Я за Вара больше всего играл. Кажется, вот так вот где был. Опыт полетели. Дух, ты будешь собирать паки или нет? Кого? У меня остров быка. У меня вот РБК, заходит Егорыч, мы идем РБК с Егорычем. Ты кем сейчас ходишь, с собой? Я на Варе. А, на Варе. Заебали костыки. А с Егором ты кем пойдешь, Луком? Да. А кто еще пойдет? Я кто пойду. Зайдет, кто и пойдет. Ну, у меня, короче, вот я сейчас это дохожу с Догом, и одно остается, у Дога одно КД. И потом я ДКшкой пойду. А, да там еще у меня гробница КД, и я отойду. Ну, а слон танк есть. Егор во сколько будет? Егор сказал, как напишет, я зайду. Фикас от этой дуря. Бейси, которого он там. Чё терияки вала идет? Сука, что они сделали с этим ебаным аукционом? Что это за помойка, блядь? То покупается, то не покупается. Чистая хуйня, блядь. Да ладно, я пульнул с пак. У меня на правого протвора пытается забрать трэш. Но он даже бдилку не кинул, хуёво у меня, кстати, этого нет, если так. А, меня не бьют, я понял. А это думал, что он... Все говорят. Ман отлетает, морали, ёбнешься. Это магер на хуахуй. Надо с каким-то, блядь, котом нахуй и ретриком ходить с капристом, чтобы ванна была, блядь. Постоянный инер, да. Блядь. С котом точно, блядь. Это же кот вроде. Это обратно, короче. Чек. О, да, и да, иди пуляй впереди. Впереди пуляй, все нахуй. Ебал я в рот по одному паку бил. О, один отъехал уже, блядь. Не, это мало, надо еще пойти запулить. Да я уже не запулил. Как его отпиздили вообще? Ну, если ты говоришь, он уже отлетел, значит ногами, блядь.
Да, Саня? Против, хуёвый, просто пиздец. Саня. Мало, держит нихуя. Алюминь? Протик хуёвый, да? Как ты это понял? Он их не танчит, блядь, не пуляет, не держит агро, блядь. Не шарит за свой класс, блядь. Почему опять я умираю? Сука, у меня шивы нет. Он стоит спиной танчит, если чё трэш. Че, линкует, линкует в этот, ебать. Линкует в чате. Спиной танчит. Мне 5 полмобов. Все, пуляю. Ну подожди, там он отпить. Не сиди его нахуй. Да пули в комнату. Где более? Когда каст. Кросс. Это друида контролить. Значит, будет пизда. А, ну суф не страшно. Смотри, он от мини отводит нахуй. Сейчас он бабам будет нахуй. Держись. Он агро сбрасывает. Да. Вы тоже на первом боссе в кузне крови? Угу. Да, он агро сбрасывает, когда блюет на таун. Да. Впервые заметил вообще такое. Тебя заебал. На, блядь. Проводит от. Не легчаешь. Блять, ворчал, конечно, ДПС ебнешься, так ебнешься. Что будем просто? Это хуйня ебаная. Это будет красивая победа. Сейчас смотри, 100% мы запулим пак. Так, просто. У меня не мота, поэтому... Там вообще пак перебежал. Оглушение на мне. Ну, блядь, ну сними с меня босса. Блядь. Надо было почистить. Какой смысл, если человек все равно идет? Что-то у него не так с билдом, ты не смотрел билд, чем, блядь? Нет. Он кнопки не жмет просто. Ну-ка давай посмотрим, как а он бьет. Реванш, это... удар грома, мощный удар щитом. Где вот? Твой мастер 28. У него сокрушение, мощный удар щитом, реванш. А где герои? Ну это. Да, герой должен. Герой стоит копейки. Он пока не должен. Кто у вас танк? У него шилд слэм должен быть на первом месте. Это кто у вас там танк? Ты, блять, какой-то на вар нахуй. Это вар, блять. Прот вар. Мейтенери, да там школьник мелкий. Да? Я да, с ним рыбука в Каражан, помню, сходил, когда у меня была возможность, типа, тинку. Капец, у меня и капов нету у всех. Ну, тяжелый,
Ты, я так понял, только недавно начал вообще играть в игру. Все ясно. Ему обучать надо, объяснять ему, какие кнопки вообще жать. Блять, уебок еще лежит, блять. Чепуха ебаная, блять. На меня не мотаюсь еще. Ну а хули он лежит, нахуй, 4 тела бегут, блять. Бля, пробежать 10 секунд. Блять, лежит. Я, говорит, кого-нибудь загрю, нахуй. Давай вот этот сольем. Да давай, да. Бля, может ты к нему нахуй, я в этого гибрида ебану. Бля, это шельма ебаная там, бля, траву косит нахуй давно, бля. Бля, конь. Ну реле, будет быстрее. Бля, все переодел. Да, Моральф, Агриф, всю комнату. Пуху, врывайся. Я шучу, шучу, не всю комнату, блядь. Не-не-не, все правильно делалось, в полкомнату, нахуй. Пиздец, правильно пизда, она. Не сидела там. Все космополит попадет, минки хуярит, нахуй. Прогнись, прогнись, прогнись. Сопыч, сопыч живи! Блядь. Оно не подчинение. Не по подчинение, Хильс. Я не пизда. Все, полетели. Давайте мне бомбрёнка, пацаны. Это будет красивая победа. Да, больше так не делай. Благоприсы. Как сам сказал. Блядь, я порофлю, я же не знаю, что на серьезно. Что удагрить, блядь. Вот это хуёво. Это хуёво. Типа его кайтить надо. Ну, зато быстро. Я сейчас убил его. Пей, я вижу, что мана надо. Да я вызвал эту собаку. Там он инер кидает еще космос пройти. Я, блядь, что с босс? Не, ну убьет он серьезно, ебать, 2000. Кто? Да, мы его в ДД спекнули, чтобы не ебаться. Еще пиздец. Не жиры, там школьник мелкий, я в Дискорде его слышал. Ну, он сколько он говорил, там месяц или два только начал играть. Я все нажал. Терьяки выебал. Ой, бля. Но смотри, меня не мотаешь. Меня возьмет в МК, вам же пиздец будет. Теряки хоть ДПС давал. О, ой, да. Живи, блядь, живи, крик всю хуйню. Запускай. Секунда осталась. Ну, если маны хватает у вас у всех, да? У меня вот стенд, похоже. Я силку свою нажал. Блять, я гимн сдал на ману, блин. Блять, я его кикнул. Хорош. Да ты заебал. А у меня такое нету. Да похуй. Блок, нажми кайте. Я просто могу пока. Я подлетел, забей. Оглушение на мне. Да. Мы, блять, осилили этого босса. Что тебе то оглушение тут стало, господи? Сейчас отопьюсь немножко. Меткость горит. А, пизда, мы второго босса будем тяжко бить, кстати. А кто там второй? Там яд кидает. Космополит, прожмись. Кому ты говоришь, как это, блядь? Думаешь, он тут? Не знаю. В надежде. Надежда умирает.
пакет пуля, да, вот заводим. Сейчас заберусь с тебя, стань подальше, только. Я сижу, пью вообще. Пей, 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 я блоки. Кстати, дурачки оглашения кидают, и вот они как раз агро там не набираются. Вот, все, там дальше, башка уже. Что это там? Неплохо. Не стандарт. Ну ладно, какой-то порик. Я, блядь. Станьте вот сюда. Это не лучше? А, это же вообще отборик. Бля, надо кассу почти вырубить. Так, дойдем. Курва ебаная, побегай, блядь. Сейчас открывай ману, как бы мы. Не хили, открывай ману просто. Сейчас вот этот пакетч фул подойдет, мы его, блядь, запулим. Еще мне тут не надо нож. Давай, подходи, Войт. Сейчас чутка ману еще. Да ничего страшного, тут пак подходит. Вот этот пакет. Вот этот вот. Запулить, да? Ходи, 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 блин. Неудобно стоит. За стену, за стену. Сало дают. Нормально. Я блоки нажал, главное вот эту дурочку вести. Видишь, идет, 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 идет. Там сейчас мобас идет. Ой. Завиш. Нормально. Сейчас вот стеночку дойдет к нам. Все чеки пуки будет. Тут три моба осталось, нормально. Вот на ком? Мы, блядь, на второго босса трещим. Ой, удобно. Конечно, блядь, в три вара нахуй, а который один, блядь, спит оттуда. У меня еще левитации нету, нет, нету. Нахуй такой вар, короче, танчить не умеет, дамажить не умеет, блядь. Я же говорю, он только учится. Просто его обучить надо. Есть время? Ну это уже второй вопрос. Ты че, блядь, твой сын, что ли, так, блядь, переживаешь за него? Иди сюда. Да вот, сейчас прибегутся. Эх, приз без левитации, это... У меня она есть, то есть, попадается спеки, да. Там дали. Так вообще никак для пати нельзя. Нет, вам два пака придется пули. Просто. А Вера, бля, по минкам побежала. Ебать там гений нахуй. Ты без маны, он, бля, берет рычаг, нажимает. Хочется ему дернуть за палку, но...
Интересно, бой будет скидываться. Да, у меня реально иннер пока дозревает. Бой не скидывается. Бой не скидывается, да, он запулил, он начал ивент. Не знаю, у тебя 0 мана, он, блядь, начинает ивент. Че, блядь? Собака есть, если что. Ой, не 0 мана. Сейчас, блядь, босс не самых легких, ебать. Там же я, блядь, ну, блядь, блядь, ты увел меня, когда просто бежит, да. Так специально, до бафа. Разбежались. Ну пиздец, у меня нормально, да, для бафа. Сейчас бы, блядь, баф, когда, блядь, который ты не доможешь. Сейчас на мобах поэкономлю, потом на боссе сделаю сильно. Пиздец. Он сейчас будет еще класс, конечно. Сейчас босс когда уходит, на макс рейнже стой, чтоб тебя хотя бы не било ядом. Просто меня будет бить ядом и будет бить ядом этого. Супа убила. Если что, не хиль вара вот этого. Хиль меня и хиль рекаунт макс. Ебать. Всё, хиль только меня, хиль только меня. Чё? Хиль меня только, вара забей. Не теряйте хиль, мы убьём. Чё за 40 запал? Ну, кстати, ботинки нихуёвые. Первый рейс упал, кстати. Ботинки я возьму. Вы только осторожно там, мобов не запульте. Отойди на раньше, как тебе его веду, потому что с другой стороны мобы. Тадр, пойдешь с нами, Егор? Топ пати. А с кем я пойду, ебать. У тебя вон воид есть. Я думаю, воид. Я, блядь, с Егорычем хотел пойти, он нормальный. Мы с нуля и идем. Ну как с нуля, одну закрылись. Кстати, может сначала пойдем по этим, которые по квесту надо в Каражан? Как мы пойдем, мы по Гарега, блядь. Хуя ты придумал? Не, ну там же по квесту для погибли, типа надо что-то в Гарега. Вы рандом бегаете ради баджи. Ну да. Кстати, кто там квесты делал в Каражане? Это еще вопрос, потому что мы обычно как, о, по следующий раз сделаем квесты, в следующий раз, в итоге... Мы не сделали, мы на последнем сделали. Ну, зашибись. Сегодня, наверное, значит, сделаю. Че, Егорыч, пойдешь? Нет? О, я его и пустоту забрал. Ха. Дай мне лидер, Андрюк. Кстати, а в это вот поменяли? Так сказать, в колесе фортуны, грубо говоря. Андрюха! Да. Дай мне лидер. Держи. Все равно через час РТН. Все равно 2-3 рыбака успею. Так добавили в этот? В колесе фортуны, че как там называется это? Нет, нихуя не добавили, вообще нихуя. Просто рыбака выпустили и все. Пиздец, хотя бы добавили. Мне кажется, он тоже сгорел, но. Ну мне просто уже там 110 этих монеток покрутить можно. Я просто уже говорю просто с этих РБК. А не лучше, если ты, Андрюх, в ДД будешь, а Егор танки? Можно. Но сейчас этот трэш уже. Разбойник за. Бля, да как вы все агрите? Да как? Пивайся. А что стример в Дискорд не заходит? А? Стример в Дискорд не заходит. Можно стримить. Стримлер. Хлёв, короче. Я могу, Егор, давать бить чекаски, а ты секунду будешь шапать. Бахать. А? Ну давай я в этот, в ДД, он в танка.
Какого хуя, блядь, полковник? Игорь, давай ты в танку наверх. Потому что, типа, ну, он вообще грани держит, ебать. Спасибо. Да не за что. Не, Декари Арили хуёво агро держит. АУЕС. Ну, у меня нет вообще двух кусков, чтобы как-то получить деньги. Я без двух кусков ходил, ну, типа, это тяжело. Ну, да. Это реально, но это тяжело. Типа, нужно каждому ИП-шку давать, не только. Это тяжело, но это реально. Но никогда сразу. В момент того, как ты только начинаешь агроны брать, тут в трэш вливаются АСАУ Евроном. В принципе, можешь немножко даже до дешмоточек одеть. Типа треньки, там туда ТП. Я думаю, суф тебя отхилит. Тут 50 тонн не нужно на танка, типа 30. Да. Кап защиты и 1030 хп на вах. Все. Я типа с ДДПухой бегаю, ебаная хуйня. Так, смотри, Егорыч, я даю барабаны, а ты бафай по космополиту кулак, по себе и по морали. Ну а по мне, наверное, 10%. А, мне, да, можешь щиты ставить. Сука! Меня не бьют. Что, делаем ставки, он сдох? Тоха, ты собрал пати, че не, я нихуя не пойму. У меня Егора украли. Нахуя? Нахуя? Не украли, а позаимствовали. Попросили. Кажется, все свои. Я ж не пугов собрал. Ну, мне придется зато с пугами, блядь. А почему с пугами? Ну а с кем, блядь? Ну у вас в пати два танка. Нахуя два танка брать? Ну, моральный танк. Ну, он может только танк. И будет, может, потащить. Собирай тогда пати пока. Сейчас, последние две РБК. 300 тысяч боссов. Там еще нужно конченый инст пройти, но я пойду, полежу на кровать, пройдут. Все равно РТ через час, блядь. Так за этот час можно 3-4 РБК успеть закрыть спокойно на релаксе, блядь. 3-4, да? Как вчера на релаксе, блядь, по фасту. Так а что, ну, блядь, собрали хуйню, ебать. Бурст урон был охуенный, мы боссов убивали быстро, а трэш по факту, блядь, нет, потому что, блядь, эти локи не, просто не кливали, они точечно били, блядь. Если бы они были в вафле, как бы по мультидотали, блядь, и семку обсыпали просто, было бы все похуенно. ПВПшная шея, да, вот это? Да, это ПВПшная шея. А, идол какой нахуй. Бисовый на кота. Бля, левитация нет, придется нам бежать по вокруг. Все, играл. Так, что, а что это за 6 заявок, блядь, 6 запросов в гильдию, блядь, что это за хуйня? Это, ну, херня, типа, если ты без гильдии, это я знаю, я тебя спрашиваю, что это за лохи, которые даже не... в этом плане, тогда без понятия. Кто они, шо они, блядь, ни приметок нету никаких, блядь, нихуя. Чё вы стоите, ждете, по кругу рубежим? Чё, заходите на ДК, чё? Так, последнее, чё, вы не идёте? Блядь, ты понимаешь, вот так обижать, это даже быстрее, чем вот этот, блядь, рочь после левитации. Ну да. Кого нам добрать одно тело? Ну, хочешь, я, блядь, на сову даже зайду. Он мне так лень, пиздец. Да зайди, заеба. Чего не, да? Он, блядь. Давление? И инр покидаешь. Ну, бля, там конченый инст, я не хочу. А что там осталось за инст? Сесть? Там гробница маны. Это ж заебись инст. Да ебать, не. Это не окунайская гробница. Не, вы не шарите. Ну там просто челики ману жирают всего лишь-то. Всего лишь-то. Давай я зайду в гробницу, а нам не три не нужно. Ну давай. Я 1, 2, 3 в ОФГ. Ну бля, суф, блядь. Готовьтесь, доктор. Вот, 1, 2, 3 написал в ОФГ. Как там, блядь?
Ну, еще один 2-3 написал, ну пригласи меня. Мы уже улетели. А, вы уже улетели. Проебал свое счастье, то, что все тебя бросили, блядь. Ну, вообще похуй, я оттуда даже не хотел идти, ебать. Как бездомного дога. Там такой противный инст, это просто нереально, я ненавижу грабить команды. Там, блядь, и фиряют, блядь, и маны сжигают, и мортал вешают. Там бы с челом бы здесь спали, да? Надо бы, наверное. Оп, блин. А, мне нужно что, упряжку делать. Каунт. Я вчера, кстати, еще одну А6 одел, шмотку с этого. Ну как одел? Купил нахуй, но ее не зачарить никак. Потому что аукцион, мой любимый аукцион. Так оно остальное покупает, кроме сокетов. А нихуя не покупает. Я у меня все покупает, блядь. Ну я хотел купить символ левитации, хуй. Чарку на грудах нарезу, хуй. Там да. Ну типа имейте в виду, там этого гуся нет. В DC нету. Типа не. Ну. Кого нет? Да это терияки, блядь. Гуся. Ой, я камни. Типа тряпки я не подниму, блядь. Куда не поднимешь тряпки? На новый уровень? Угу. А Кирю, а этот Егор, я дамажу, Егор? Тут подамажу еще Шопена. Что, суфу сало делаете? Не, я на Шопен суф съедет. Там у хэпала Кирилла 12 осколков. А какого Кирилла? Ну, Blackfire. Лёш хэпал вчера тебе писал, ну вот зашёл. А, это Холидес? Да. Ещё что, у него 12 осколков, он же думает, что он только зашёл в гильдию, мы ему соберём Валанир, блядь. Я просто говорю, что у меня 12 осколков. Ну и суфа столько же. А у тебя сколько суфа? А, его нет. Холидес? Я не говорил, что мы ему будем собирать. Я вам тоже не говорил, что вы сразу наехали по его городу. Это с ГГВП. Не, просто типа... Ну я просто вам тоже сказал. Ну, да, он мне заебал с таким вопросом постоянно. Каким? А типа, блядь, ну, такими организационными, ебать. Типа, что там, ПРТ, во сколько туды, сюды, сколько у вас хилов, будет ли место, ебать. Не, ну это нормально, в принципе, будет ли место. Типа, вдруг он зайдет в гильдию, блин, у него места не будет. А у его, блядь, он мне пишет, что его вокзал, ну, типа, так же каждый РТ сбривали, ебать. Какая разница. Ну и тут будет бриться, если будет бриться. Зато побритый. И тут будет бриться, ебать. И шо? И шо? Шо, у меня ж, блядь, у нас же гильдия, блядь, не мать Терезда называется, блядь. Мать, мать. Ебать, вот гильдия. Надо было назвать такое, чем вообще проблема, мать. Гильдия, мать. Крестный отец, нахуй. Гильдия матерей Тересна. Это, сколько у тебя сколков? А крестная магия? Что? У меня 10. 10? О, всем. Типа, да, мы собираем хули по одину теперь. Сорис. Пытайся. Кого? Каком? Как ты говоришь, блять, если тогда ему упало 6? Если в том рейде, который я водил, ему упало 6, блять. Не знаю, он проебал ночь несколько штук, блять. Пропил, походу, блять. Мразь ебаная, блядь. Извинись. Какому хули паладин еще? У нас хули паладин новый. Или он тоже собирается. Насрать вообще, что новый. Все. Да я кричу, заебал-то че, блядь. Ой, вообще пофиг. Он старый, в смысле он новый, а я старый, поэтому все. Он старый, я новый. Ты пидор, он нет. По факту че. Ой.
Да, обидно было. Шах и мат нахуй просто, блядь. Тупо ультимативная. Не обижай нашего стремлера, блядь. Зато с Волониром, понимаете, блядь? Да нет еще. Так у тебя его еще нету. Будет? Даже половина. Вот, кстати, ты видел там, я смотрел просто видосик. Там шаман в 2Т4 с Волониром баз, блядь, весь рейд нахуй окутал. Щитками. Окута это не окутать, блядь. Вопрос в том, сколько он, блядь, этот... Абсорбил? Сколько она абсорбил с этого окутывания, блядь. 500, 500 дамаги, блядь, нахуй. Хуйня, да, абсорбил, это же щит, блядь, который 500, блядь, хп резает. Что там раз в 3 секунды, блядь, от Т4. Это же чистая хуйня. Нет, ну зато прикольно выглядит. Вы стоите около гарна, он балуется. Ну оно типа автоматически, от щитка зимой, блядь. Хуйня бесполезная. У меня целый один сядоль, два гисанита, один филияж. Я даже не знаю, на каком энкаунтере это пригодится, блять, такой отхил. Пятьсот дамага? Ну, блять, ну это же надо, чтобы возле танка стояли люди. Ну, например, Йок. Бля, наклеивали ли уроды? Капец, тупо даже трэш не вызвал. О, тринка упала, которая с духом нахила, как он? Да. О, а ну-ка подожди, что делает? А это хороший трик. Там МП5 дают хороший трик. Ну, Мордро хорошая. Да. У меня есть такая мигрень. Но я бы взял бы ее на этого, на холипристак. Холиприст, Санек, какой нахуй? 3DC это какой, и какой, ШП и все. Какой нахуй? Накинулись, ебать, сразу, блядь. Обычный хулиприз, блядь. Какие присты? Это ж смысл. Типа хулиприз, который там с Волониром вся хуйня. А, нихуя. Чуваки, я пояс хочу посмотреть. Неплохо так второй фрагмент лицо ты. Нормально. Так можно весь собрать. Бля, пояс хоть из хостельца, когда он говёный. Слава, нахуй ты рулишь все как чайка, блядь. Тебе надо эту хуйню? Ну мы плацаем все распылить, ты, блядь, мейнишь нахуй. Чайка. Ну так надо одеть, блядь. О, у нас, кстати, тоже Ауки Найки. Ой, Ауки Найки, это гробница маны. Делали ставки, кому и пойдет посох, и тринка. Кстати, на вчера посох упал. Кто забрал? Никто его распылили. А чё Кирюха не забрал? У меня не было. Ты был? Там посох помойный крит меткой собирать, тебя лучше. А, то это хуета, блядь. С критом, с духом, который, блядь, хороший. Гробниц, да, падает. Который с гробниц падает, я про этот посох. Ну, который с хвоста, там крит меткой, да? Нет. Там два сокета, крит, этот, дух. Посмотри в гробницах маны. Напиши что-то в гильдию, линкану, блядь. Я тут занимаюсь этим. Да я линканул просто в гильдию. ДПС занимаюсь. Вот этот посох. О, мне в каспе сданули. Который вместе с тринкой падает. Вот этот хороший посох, кстати. Гробница. Много крита дает. Два сокета и дух. На тебе вообще похуй, у тебя крит фастовый. Ну да, такой сосный, короче, конечно. Он-то крит хастовый, но этот, который с духом, он больше даст крита. Да, так как там соточка хасты. Так у тебя 32-й, блядь. На файера похуй. Ну, будет похуй. Тогда лучше бы суфа дали бы посох. Да заебали хасты вбивать! Ну, блядь, ухватит. На кого, блядь, суфу отдать посох, блядь? На аэродру, блядь, с хастой, с критом посох? Конечно. Да ну. Да, а в нем будет Волонир, заебись. Вот бы Волонир, конечно. Пока он будет, да. Да, еще 4-3 раза сходить, если выпадет. Игорь, дай мне, наверное, каску на 10. Блять, мне сбили каску. А лучше, наверное, ты 5 вообще дай мне, слышишь? Пизда нам, нахуй. Чтоб ебалось тебе, нахуй, отражаю. Отражаю. Тупо какой-то пидор мне каз сбил, блять. Коспич, мне инервейт нужен срочно, в душу прям.
Тихо, заебал. Забейте уже эту тварь ебаную. О, лук. О, лук, нихуя вообще. Лук. Да кому он, блядь? Он совет дает. Ну, я вообще говорю. Суф. Надо прям в колдуна, короче, бать. Ну, ебальник ему. И касты сбивай, если ему ладно. Касты сбивать пристам, блядь, а точечно играть колдуна. Не, ну сейчас у нас прям, конечно, трэш разваливается, бой, да, этот, мама мия, нахуй. Не как вчера, блядь. Кто у вас первый по ДПС? Рога Тога? Я. Ну как, ну я, вот только Космополит. У нас не Рога Тога, у нас Космополит, Суф, я и его, Игорь, ну, Мрак. У нас Ферл, ебать. Себе Клим еще пати забрал, но. Ферл, это заебись. И Анхолик с ШП пристал. И мне косты заебали сбивать, мрази ебаны. Там эти петухи, тут, наверное, надо их позануть, если не добегать. Бля, там этот петух фиолетовый идет. Какое-то проклятие вещь. Сразу мне сало всадил, на. Раз это ебаный. Нахуя у него ремежа фера, блядь. Сука, фер, бля. Сука, фер. Колдунов, сейчас надо их сразу же оприходовать там. На. Да откуда эти, блядь, петухи дырявые идут все время, ну? Не, а там сзади еще один. Ну, блядь. Пизданя. Блядь, надо этого фиолета брать. Блядь, моба ебаный ману бёрнет, это пиздец. Ну, опять нахуй, здравствуй, касс называется. Да, маны нету, блядь. А вот этот сам черный магик каст менеджер. Эфириал черный маг, ебать. Эфириал черный уебок. Точно. Паша, а ты уже закрыл этим магом все или что? А он тут? А нет? Ну, рекаунт у нас. В пати. Ну, тебя Вовки не слышит. Фир, блядь.
Сейчас побежим пул места греть, блядь. Да, немножко вперед пройдем. А что это за вар, который у нас танчит? Кто это? Давайте 14 лет. Обозрёмка, пацаны. Это будет красивая победа. Просто 14 лет. Ну такое погоняло, да. Все, полетели, босс. Да я понимаю. Да заебал. Я тебе посверлю сейчас. Зафу. Че? Кто там сверлит? Это, блядь, почка. Звук только. Как бороду бреют, ебать. Санита кто-то у стоматолога играет. Санита сверлит просто зубы кому-то. И редит, и играет заодно. Сверлить это хуйня, вот чистить кому-то зубы это нормально. Чистить зубы кому-то? Вы, ну, конечно, шишечкой своей. Ля, все мне иннер кидают меня. Ля, тапки какие, блядь. Классно все, блядь, если... Да, там код размах, он минус для тех, что они, блядь, без сокета, блядь. А то, что метка следует и крита, это хорошо, блядь, надо брать, нахуй. Господи, давай, мне иннер был, забой кидай. Нет, ну пати, конечно, хорошая против трэша, вообще, заебись. Знаешь, да. Я такими темпами, может, и кап меткости соберу, блядь. Ем антидот, я просто подыряю. Правда, из этого мне мана полторы ноль, но... Алло? Сейчас снимался. Доебали. Да, блять, колдуна бейте, ёб вашу мать, блять. Сок, я не вижу энергии. Чё стоит? Это фулман почти куни. Да, сейчас куни будет. Да. Да, заебал.